Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Юджин Плей, а у нас сегодня необычная игрушка Астерикс и Обеликс. Давайте начнем без всяких долгих вступлений. Кем мы будем играть? Астериксом или Обеликсом? Ну, давайте начнем Обеликсом. Вот, посмотрим, что это за игрушка. На дворе 50-й год нашей эры, Галлия захвачена римлянами. Но вся ли? А вот и нет, одна деревушка непокорных галлов все еще упрямо противостоит захватчикам. И Цезарь столкнулся с похожей проблемой, когда попытался отметить римские орлом Ибернию, горделивый и прекрасный остров рядом с Галлией, скорее всего. Здесь в Галлии ему противостоят непокорная деревня, ее жители Иберницы под предводителем вождя в одиночку держат римские легионы. Нападают без устали. Вот так, блядь, быстро читает. The source of his courage and tenacity, a magnificent ram with golden horns. Perilous, the general responsible for the attack, had a diabolical idea to weaken Whiskey Tonics. He captured the charmed animal, which had been with the chief forever. The plan worked, and Whiskey Tonics, having sunk into depression, no longer bothers to defend his island. Which is why Keratin, daughter of Whiskey Tonics, is seeking a solution to come to her people's aid. Ищет помощи для своего народа. Ну и, конечно, ребята, она, скорее всего, придет к нам. Попросить помощь. К родственникам всегда идут за помощью, видите как? Галлия. А что следующее? Так, во время нее получайте больше урона. Ну, заряженная атака. У нас уже в страшных сказках мы уже знаем, что такое заряженная атака. Давайте. Так, что тут? Используйте Z для передвижения. В смысле? О, а что такое? Уебанская Z, это почему-то вверх. S вниз. Ой, надо поменять. Это что за такое? Это что за такое блядское управление? Так, легкая атака. Подобрать, уронить. Рывок. Рывок на Shift. Бросить на... Давай Q. Смена персонажа на Tab. Пусть так и будет. Играю я на клавиатуре. Ну и все. Ну-ка. Смотрим. О! Нормально. Вот поменялись. Ну все. А какой смысл? Тогда нам выбирать было там персонажа, если это... Мы охотимся на кабанчика. Игра, ребята, вышла 27 октября 2022 года. Что могу сказать... Ну-ка, этим... Фук-фук-фук-фук. Что могу сказать по графике? Приятно пока, вот первое впечатление. Приятно нарисовано. На стелах всегда можно узнать что-то новенькое. Подойди поближе, чтобы прочитать. И как прочитать? Или он не умеет читать? Ну-ка. А у них и управления-то нету здесь. Ну. Нажмите для быстрой атаки. Ну, это... Так, а у нас... А, именно рывком надо. Ну, ага. Ладушки. Леща, ну-ка, давайте мелким. Мелким, может, быстрее будет драться. Come on, a little morning workout. А внизу? А внизу ничего нет. Не, ну красиво нарисовано. Такой-то, знаете, приятненький интерфейс. Эх, зацепили меня. А, вот, второй персонаж не стоит просто истуканом. А все-таки это чуть-чуть помогает. Вот это, кстати, правильно.
Потому что иногда второй персонаж тупо вот, ну, стоит. Так, а как забрать? Ну-ка, толстый, ну-ка. Не знаю как. Блять. Обидненько. Во. Угу. А может Собакин? Нет, Собакином нельзя. Не-а. Ладно, потом посмотрим. Может, сейчас обойдем. Вон, тропинка. Ой, а почему? У-ху! Получен шлем. Отлично. Почему-то даже просто к обычной воде подойти уже это опасно. Угу. Сейчас посмотрим. Параномикс, я требую, чтобы вы оставили девушку в покое. Она не девушка, она небернийская шпионка. Пленница. Как это она не девушка? Ага. Пошли. Конечно. Небернийская. Это как? Не знаю еще. Сейчас посмотрим. Спасите от римлян человека. Да без проблем. Нажмите Е, чтобы подобрать. Ну ты иди дерись тоже, толстенький. Помогал бы хоть взять. Или понимает, что здесь пока это... Накапливайте энергию, атаку римлян. Чем больше у вас энергии, тем сильнее будет суператака. Ох, друзья мои, вы как раз вовремя. Суператака. Чудо я не знаю. Спасибо вам, знакомьтесь, это Кератина. Она прибыла из Ибернии. Да. Это большой остров с Британией? Ага. О, не только драться, но и изучать. Римляне похитили любимого барашка. Блять, я так и знал. Барашек это все. Все, вождь раздавлен. Бедный папочка, они забрали Окидокикса. Барашка удачи. Какой он барашек удачи? It's like dogmatics, but it defeats him by как собака у тебя. Rather than barks. Anyway, I think you should go to Hibernia понятно. To help Keratin. Да поможем father. Все в путь. By air you. Let's crack on. Давайте наваляем. Навалимся гурьбой. Ну и наваляем, конечно. Like давайте, давайте. Что теперь можно на нее переключать? Не. Нажмите R. Нажмите R, чтобы выполнить суператаку. Когда шкала заполнится. Подожди, так у меня в управлении? В управлении. Суператаки никакой нет. Где вот тут? Даже если мы на этом будем играть. Ну нет такого, ебаный в рот. Атака сильная, атака сложная. Ну, легкая и сильная. Чё-то ты это... Нажмите... ЛТ, ФТ, хуй пойми. Ладно, потом накопим, ребяткушки. Посмотрим. Что тут с управлением не так? О, мяско. Выкинь. Фу, выкини. Да, блядь, выкини. Как выкинуть-то? Во. Бери. Вот, молодец. Вот и все, видишь как? Красавчик, нахуй, подлечился.
Нажмите Е, чтобы подобрать. Так, предметы со значком ножки барана пополняют здоровье при использовании. Вот так. Скорее бы попасть в Ибернию. Правда, что? Yes. Apparently you can watch the small birds flying freely. Нет тут ничего, никакого, ни шлема. Ем, потому что, смотрите, это мы там, когда в главном меню, там на рабочем было это, на заставке в главном меню там была коллекция. Какая-то, видать, туда шлема эти будут скапливаться. Ну как пушинку, хуй, ну это вообще. Пока глазу приятно. Почему ты моргаешь? Я не понимаю, почему он моргает. Ну-ка. А, ну вот с камушком и ходи. Все. Пошли. Keratin, you can join us later. We're going to dole out a few slaps to the Romans. Так. Палатки римлят. Палатушки. Подожди, а ты что это? Ну и брось его, ты чё? Брось каку, фу. Выбрось, пошли. Ты чё, блядь? Галия. Чего там палатки... Блядь, подожди. Удерживайте кулачки, ломайте их. А, кулачки сломать, ёпсом. Я думаю, какие кулачки? Все сдулось. Ну, конечно, сдулось. Угу. И что дальше? Ох ты, блядь. Рыбку нашли. А рыбку есть и нельзя. Вот так вот. О, супер атакой все-таки ударил. А что, она почистилась? Точно рыба почистилась? Или просто окровавилась? Возможно и такое. Не, ну неплохо. Я вот так смотрю все. Как графика сделана. Приятно. Астерикс достаточно легкий, может свисать с уступов, а вот Обеликс лучше даже не пробовать. Так, мы Астерикса мы играем. Подержите и отпустите, глядя на отступ. Ну, как это понятно, это же обучение тоже прошло. Залазь, толстячок. Доберитесь до корабля Кератины на пляже. О, второй шлем. А сколько их, интересно, всего? В главах можно найти 4 золотых шлема римлян. О, а мы 2 уже нашли. Я не понял, а что он не идет-то? Пиздец, блядь. И чё? Ну? Так, а почему он не перешел-то? И интересно, мне теперь постоянно так, блять, с ним как с маленьким возиться? Ладно, посмотрим чуть дальше. Что дальше же будет? Да не. Да, блядь, а как направить? Вот так вот легче. Нахуй. Ну, давай залазь. Или, ну-ка, серьезно, постоянно придется так это, бегать. Yeah! Да ёбаная свинья. Ну, хоть так. Надо, кстати, его потом попробовать бросить. А наводится он, ребята, сам. С
спокойно навуется сам на это все. Угу. Все? Ну-ка, вот мы его сейчас звать не будем. Придет он к нам, нет? Потому что, по сути, должен прийти. Мы что, мы все же сделали? Ух ты, блядь, ну-ка. А он не идет. Смотрите, как все. Здесь-то он бы пригодился. Так-так-так-так. Так-так-так-так-так. И последнего. Эх, хотел суперсилой. О, пришел. Пришла пропажа. Появляется, значит, все-таки он. Появляется сам. Бегать за ним не надушки. Я хочу найти шлем. Еще один шлем. Мы, получается, два нашли. Еще надо. Еще вот надо. А может быть, это из-за того, что мы выбрали Обеликсом играть? Ох, нет, мой корабль! Это все подлые римляне. Я тоже как-то нашел, который прятался. Козни втихую, возможно. Тевтатом. О, клянется тевтатом. Все. Ну, римлян найдем. Чего, не переживайте. У нас еще два шлема где-то найти по пути. Гальские обычаи. Выбить. Доберись до лагеря Аквариум. До аквариума надо добраться. Ну, пошлите. Hey, Keratin, why does your ram have golden horns? Золотые рога. Он таким родился. My father thinks he's a gift from the gods. He loves him, adores him, has cherished him since he was tiny. He's always been with us. Не переживай. I'm the same. I love my little dogmatics. Even if he doesn't have golden horns. Так, шлемок. Третий шлем. А он сказал 4. Значит, где-то на четвертом, скорее всего, будет уже ближе конец. Ну, если так по логике судить. Так, и что надо сделать? Ну, давай, бей. Все. Сами залезьте. Will you be okay, my Gallic friends? Yes, we'll do the usual. Оглушенного римляна можно подобрать так же, как вы подбираете предметы. Помогай, толстенький, помогай. Ну-ка. Да выкинь ты его нахуй. Да подожди, выкинь ты его. Фу. Брось каку. Но за подсказку благодарю. Блять, это, кажется, засада. Эх ты, кто-то меня там зацепил. Кто-то меня чуть-чуть цепанул там. А-а-а, лучники, блять. А он, автонаведение у него, ребята, стоит. Все. Всех мы. Всех перебили. Всех тут загубили. Пойдем. Пойдем дальше. Так. О, лагерь Аквариум. Что это? 28 из 35. Подсказка? Точно. Угу. Все, что ли? Да ты чё?
И что тут? Время, счет здоровья, золото. Ну, продолжить. А. Пробел. Подожди, так получается, глава закончилась? Ну-ка выйти в главное меню. Посмотрим сейчас. Вернуться. Да. Сейчас. Ну-ка. Коллекция, например. Три шлема. Блядь, где-то, значит, медали какие-то еще. Загрузить это уже получается, а что? Не знаю, ребят. Лагерь, аквариум. 0%. Точно, видать, новая глава началась. Ну, потому что здесь вот, видите, как... траве, да. Так, ну, наверное, давайте продолжим. Ну-ка, посмотрим мы. Ну, Астериксом пусть будет. Но мне интересно, как так-то, почему... лагерь. То есть, это вся... все та же, грубо говоря, миссия или глава тут как? Или это абсолютно другая уже? Так, подождите, надо закончить. Закончите до истечения времени. 5 минут, вот. 5 минут надо. 60 тысяч золота. Здоровье 1. Закончите, потеряв наименьшее. То есть, одно максимум потерять можно. Ага. Удачи римлян. Римлянам. Римлянином. Римлянам. Все понятно. А где-то тут счет будет идти, да? От, сука. Или это просто, походу, ребят, как знаете, такая. Избавьтесь от римлян в лагере, вот в этом лагере. Так, мы вроде от всех избавились. От кого? Вон, молоточек даже есть. А, еще тут есть кто-то. Ага. Блять, нету ничего. Подобрать сейчас. Смотрите. Да подожди ты, подожди, куда ты побежал-то? Мне надо стрелу взять. Ты что, издеваешься, что ли? Ты не взял, что ли? Ну, вот и все. Немножко управления тут. Вот в плане того, что вот... О, мяско. Мяско шикарное. Так, дальше бежим. Эх ты, суперсила, вот на кого его использовать? Don't touch the tents!
stupid, you are crazy! О, супер атака, блядь! Хуя, пошли долбить! Хуя, мясорубка! Вам нужен предмет. Для чего? Для чего мне нужен предмет? Как у них тут все чистенько прибрано да убрано. Так надо быстрее сбивать эти все вот эти, ну, полушки, чтобы они упали. Где-то здесь вторая палатка стоит. Погнали нахуй! Так, 0 палаток, 4 штуки. Все, понял, понял. Сейчас, секунду. Так, надо что-то взять. Стул пойдет, пойдет. Все. Или еще один кто-то. Где? Кто? Кто, где, что? Ну, этот-то так выхватит. Избавьтесь от римлян. Побежали дальше. Я не думаю, чтобы здесь где-то, ребята, остался этот, как его, шлем. За 5 минут это все пройти надо. За 5 минут, наверное. За минут 7. Блять, а у меня суперсилы нет. Сейчас бы раскрутился бы, как раскрутился бы. Погнали! Погнали, погнали, погнали! Эх, застрял. Так. Так. Силы уже сбавляются. Так, еще одна палатка, а какая? Еще где-то одна палатка. Ух ты! Сучок зацепил меня. А где палатка? А-а-а! Вот она что. Что же он так не помогает-то нам? Вот это плохо, кстати. Пятерых. Ну этого-то я сейчас уберу. Двое. Еще один. А где? Где? Ну-ка, собакин, искать. Я не вижу его. Где-то затупился он, что ли, спрятался? А, блядь. Так, конечно, никакого времени не хватит. Угу. И все, мы вышли. Все. Ну да. Серебро. А вот за это золото. За это спасибо.
неукротимый, разбил больше всех римлян. Ну, понятно. Ну, если в двоечка здесь, ребята, играть на двоих, то да, вполне реально все за 5 минут пройти. Да. За 5 минут 65 тысяч этих очков набить. То есть, вполне. А, и вот, мы продолжаем. До сих пор это Галия. Это все тот же уровень. Вот, а я, кажется, не знал. Ну, что? Ничего страшного в этом нет. Что мы вышли и зашли. Корабль римлян должен быть неподалеку. Да. Нам еще, значит, шлем надо найти. Запустим. Или мы шлем потеряли, или мы его еще найдем. Так, подождите-ка. Здесь мы подняться не можем. Почему? А! Блять, о-о-о. Все понял, надо действовать чуть-чуть по-другому. Ну все, побежали. Без лишних трат времени. Пойдем. Так, мне бы мяско бы съесть, бы хотя бы кусочек. Рыба это не мяско. Эх, нет, а я так надеялся здесь сейчас найти этот шлем. Просто вот охота найти, и все. Ну ладно. Здорово, пацаны. А, во. А я думал, здесь драться будем. Вот он, корабль. Какой еще вельбот? Да забудь. Лепрекон один такой вельбот. Ты знаешь дорогу? Я скажу, нет. Путь лежит в деревне Дроэда. Все точно. А это вот Дроэда, это, ребята, следующий уровень, что мы сейчас смотрели. Да. Все, точно уровень закончился. Отправляются они на римском корабле в далекую Ибернию. Where Keratin's friend Kaulix is investigating the theft of Okidokix, the lucky ram. Ну вот мы и доплыли до нового старый порт Дроэда. Это получается уже следующий уровень. Да? Куаквотис. Подожди, Куаквотис. Давай-ка посмотрим. Да. Сейчас посмотрим, если... А, вот точно уровень добавился, ребятки. Глава первая. Профукали мы. Профукали где-то мы с вами этот шлем. Вот, Дроэда, вторая глава. Да, значит, на этом мы... Ну, красиво, кстати, сделано вот это. Мало кто, кстати, делает вот так. То есть, действительно, путешествовать немножко по карте. В основном все так, списком и все. Значит, в каждой, ребята, у нас... В каждой вот так главе сколько будет всего? 6 штук. Значит, в каждой главе у нас получается какое-то мини-испытание и 4 шлема. Вот. Я думаю, вполне так и будем играть по одной потихоньку. У меня же на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Поставьте лайк, дизлайк, напишите комментарии. С вами же был Юджин Плей. До новых встреч, друзья. Пока-пока.